Здравствуйте, в эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Будет, наверное, таять снег. Я думаю, что уже ничего не отремонтирует. Опять все потечет. Жители многоквартирных домов в Малаховке затапливают. Об этом расскажем в выпуске. Все-таки в лесу должна быть сохранена, которая много-много лет назад была построена, лыжная освещенная трасса. В Октябрьском появится новая комфортная зона отдыха. У меня вот двое мужчин, сыновей, которые отлично знают интернет, умеют владеть им, но не умеют совершенно учить. О том, как проходят уроки по компьютерной грамотности в клубе «Активное долголетие», узнаете в ближайшее время. Начальники дистанции ставят задачу, пункты на местности, и нужно пройти с наименьшими ошибками. В Люберцах прошел фестиваль спортивного ориентирования на лыжах. А теперь во всем подробнее. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах, проделанных за отчетный период работы. На встрече побывала и наша съемочная группа. Около 2000 обращений поступило в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое на минувшей неделе. По 19 заявлениям возбуждены уголовные дела. 16 преступлений стражи порядка раскрыли по горячим следам. Несмотря на активную профилактическую работу сотрудников полиции, жители городского округа Люберцы все чаще становятся жертвами дистанционного мошенничества. Ваш родственник попал в ДТП или правоохранительные органы просят там какие-то финансовые деньги. То есть еще раз... Потом автоподставщики, правоохранительные органы звонят со следственного комитета, или с МВД, или с прокуратуры, или просто с банка звонит служба безопасности, что ваш счет там заблокируют сейчас и так далее. И народ бежит, никуда не сообщает опять. То есть большая просьба, если что, звоните 112 или звоните в полицию. 54 раза сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона выезжали по сигналу тревоги. В 5 случаях им пришлось бороться с огнем. 2 пожара произошло в Дзержинском и 3 в городском округе Люберцы. В результате происшествий никто не пострадал. 5 февраля в 1 часов 15 минут Краскова, улица Ленина, дом 4, по данному адресу, располагается одноэтажный кирпичный жилой дом общей площадью 50 квадратных метров с двухэтажной пристройкой. На момент прибытия из окон второго этажа пристройки шел густой черный дым. В результате пожара обгорела кровать и личные вещи. Система ЖКХ работала в штатном режиме. В городском округе стартовала плановая замена лифтов в МКД. На данный момент работа проходит по 5 адресам. Всего в этом году в люберецких домах обновят 37 подъемников. Также реализуется план по ремонту подъездов в многоквартирных домах. Начатые работы в 7 подъездах в ЛГЖТ и 7 подъездов в управляющей компании «Содействие». Всего запланировано в городском округе Люберцы в 2022 году отремонтировать 146 подъездов. Очистка кровель от снега и наледи – тема, которая находится под особым контролем властей. В течение этой недели крыши МКД и социальных объектов должны избавить от осадков. График работы управляющих компаний уже составлен. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Малаховке уже вторую неделю затапливает многоквартирные дома. Из-за повреждения кровель пострадало несколько пятиэтажек на Быковском шоссе. Руководство управляющей компании игнорирует обращения жителей. В деле разбирался наш корреспондент. Тут все было в воде. Все. И шкафы эти, все упомято, все было, все плавало. На кухне Надежды Бахтиной следы от недавнего подтопления. Набухшие от воды мебели, расклеенные обои и плесень на потолке. Все началось 20 января. Тогда жительница дома 53 на Быковском шоссе заметила несколько мелких капель. Через 3 дня ситуация стала критической. Я уже тут воду качала совком и тряпкой, и чем-то уже все. Просто вот вода. Плита вся была залита, даже готовить я не могла. Я просто боялась включать газ. Хорошо, печка есть. На печке все разогревало. В соседнем подъезде в квартире на 5-м этаже картина еще хуже. Пострадал коридор, спальня и частично кухня. Несмотря на то, что сейчас с крыши не течет, убирать тазики хозяйка не спешит. Будет, наверное, таять снег. Я думаю, что уже ничего не отремонтирует. Опять все потечет. Такой пессимистичный настрой у жителей из-за бездействия управляющей компании. Неоднократные обращения не приводят к результату. Личный прием в организации приостановлен из-за COVID-19, а по контактным номерам дозвониться невозможно.
При содействии администрации городского округа Люберц руководитель управляющих компаний МУЖЭП и ЖУ-сервис Кирилл Архипов встретился с жителями, пострадавшими от затопления. По его словам, механические повреждения на крышах МКД произошли во время уборки снега и наледи. Они совершили одну ошибку, то, что поднялись на нее, что сделали это не со стороны фасада с вышки, а залезли на крышу, то, что повлекло протечки. Поэтому я как бы беру на себя полностью вину. Составляем акт по компенсации, делаем сметы, и на их выбор либо мы выплачиваем им через расчетный счет, либо предоставление их чеков мы как бы оплачиваем им их убытки. Выполнение этого обещания на контроле у администрации городского округа Люберцы. Также власти муниципалитета направили письмо в фонд капитального ремонта с просьбой досрочно включить пострадавшие дома в план этого года. Вообще, по данным многоквартирным домам, ремонт должен был начаться. Это у нас 24-25 года. Но в связи вот именно с такой проблематикой и большим количеством обращений по подтоплению именно жилых помещений, администрация принята решение именно о переносе сроков и устранении данной проблемы. 8 февраля руководство управляющей компании проведет общее собрание с собственниками квартир, попавших в зону подтопления. На встрече обсудят все вопросы, связанные с проведением ремонта и выплатой компенсаций. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В администрации округа состоялось совещание представителей Государственной жилищной инспекции Московской области и руководителей управляющих компаний. Темой обсуждения стала уборка крыш многоэтажных домов от снега и сосулек. Подробнее в нашем сюжете. С 1 декабря по 10 февраля очищены 582 кровли площадью более 307 тысяч метров квадратных. В связи с обильными снегопадами многие кровли требовали очистки более 5 раз. В рамках акции «Ледниковый период 2022» представители Госжилинспекции Московской области проводят рейды по городам Подмосковья. Проверка хода работ по очистке кровель многоквартирных домов от снега и наледи – важный аспект безопасности жителей. Мы должны принять все меры по ограждению опасных участков. Если, конечно, вы не можете снять в полном объеме 100% наледи, мы должны принять все меры для безопасности. В ходе рейда осмотрели дома 25 и 51 на Октябрьском проспекте и ближайшие к ним здания. Дворники выполняют свои обязанности, но впереди еще существенный объем работы. В городском округе Люберцы работа поставлена на хорошем уровне. Конечно, объем большой, трудно управляющим компаниям, но мы видим контроль со стороны городской администрации. Но задача поставлена правительством Московской области, она должна быть выполнена. И мы за этим проследим. Важно устранять снег и наледь не только с кровли, но и убирать заледенение из водосточных труб. Такие заторы способствуют быстрому появлению новых сосулек. Согласно постановлению правительства Московской области, все крыши должны быть очищены до 11 февраля. Если вы обнаружили сосульки на своем доме, обращайтесь в управляющую компанию. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Снежная зима вносит свои коррективы в работу дорожников и коммунальных служб. Убирают проезжие части, чистят от снега и наледи тротуары и кровли жилых домов. Администрация округа усилила контроль за содержанием крыш и территорий образовательных учреждений. Продолжат тему мои коллеги. Крыши всех учебных заведений должны быть очищены от снега и наледи в кратчайшие сроки. Безопасности уделяют особое внимание. Рабочую зону огораживают. В обязательном порядке выгорожена должна быть эта площадь, куда будет сбрасываться снег. Выгорожена либо сигнальной лентой, либо организация, которая занимается расчисткой, ставит своих людей, которые не допускают ближе к зданию, дабы избежать травматизма. И только лишь потом начинается расчистка. На крыше 24-й гимназии работает целый десант. От снега и наледи предстоит убрать около 600 квадратных метров. В будни мы работаем дворниками с 6 до 8 утра, пока нет детей на территории. А все грандиозные уборки, очистки мы проводим только в выходные. На помощь специализированной бригаде пришли спортсмены-волонтеры. В свободное от тренировок время ребята помогают очистить от снега пришкольную территорию. Наверное, это еще советское воспитание, помощь, взаимопомощь друг другу. Вот, потому что мы в этой школе тренируемся и всегда стараемся помогать, когда есть возможность. Всего в округе предстоит очистить от снега и наледи 150 крыш учебных заведений. В период обильных снегопадов работы идут в усиленном режиме. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.
Люберецкие студенты присоединились к движению РСО. Это крупнейшая всероссийская общественная организация, которая обеспечивает временной трудовой занятостью молодых людей, а также занимается их гражданским и патриотическим воспитанием. Наша съемочная группа посетила одну из акций студенческих отрядов. Студенты Люберецкого техникума имени Гагарина на время отложили учебники и взяли в руки лопаты. Освобождают из снежного плена памятники Великой Отечественной войны, установленные в Центральном парке. Это одна из локаций, где запланирована патриотическая акция «Снежный десант». Надо помнить о тех, кто погиб тогда, и что их нельзя предавать забвению. И этот памятник, он служит для людей напоминанием о том, что этого не должно повториться никогда. В ряды российских студенческих отрядов гагаринцы вступили недавно, но заниматься волонтерской деятельностью им не впервой. Среди воспитанников техникума насчитывается более 500 добровольцев. Мы вот только недавно заключили договор с РСО. И по этому договору наши студенты будут выполнять трудовую деятельность, то есть их будут трудоустраивать. На летний период будут работать по своей специальности. Акция «Снежный десант» будет проходить до 1 марта. Люберецкие студенты-волонтеры будут приводить в порядок социально значимые объекты и детские площадки. Перед тем, как вступить в ряды общественного движения, ребята прошли обучение. РСО, и в частности РСО Московской области, они будут проводить тренинги, обучающие программы, также выездные мероприятия. То есть ребята не только участвуют в акции, они еще как бы получают дополнительное образование, дополнительное развитие. А также, ну, конечно, это важная часть, как мы говорим, это социализация во взрослую жизнь нашей студенческой молодежи. Кроме техникума имени Гагарина, соглашение с РСО заключила МГАВК. В дальнейшем к ним присоединятся все вузы, колледжи и техникумы округа. Участие в волонтерском движении дает студентам ряд преимуществ, в том числе льготы и поощрения. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» в Люберецком округе проходят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Насколько ответственно относятся к своему здоровью водители и пассажиры, узнали мои коллеги. Маску одевайте, женщина, пожалуйста. Я одену сейчас. Прямо сейчас одевайте, пожалуйста. Сейчас одену, сейчас. В связи с эпидемиологической ситуацией в обязанности водителей теперь входит не только слежение за дорогой, но и контроль масочного режима в общественном транспорте. Важно, чтобы у пассажиров был достойный пример бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Я регулярно ношу маску. Неиспользованные маски, если есть у нас, мы даем. А если нет, ну, мы говорим, что они должны обязательно в маске заходить в автобус. Я соблюдаю масочный режим, когда захожу в автобус, захожу в метро, электричку. Все должны носить маски, потому что любой чих, и ты заболел. Сотрудники администрации, руководители компаний-перевозчиков регулярно проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Нарушителям выписываются штрафы. Из дома выбежал на работу, опоздал, забыл ее взять, карман положить. Рейды проходят на постоянной основе, не реже 3 раз в неделю. В основном пассажиры положительно относятся к данному масочному режиму. Есть пассажиры, которые категорически отказываются их носить. Сотрудниками административно-пассажирской инспекции в таком случае выписывается административный штраф в размере 5000 рублей. Но гораздо больше потерь может принести омикрон. Поэтому не стоит рисковать ни кошельком, ни здоровьем. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Состоялось первое в этом году пленарное заседание Общественной палаты городского округа Люберцы. На встрече обсудили итоги работы комиссии по здравоохранению, а также ознакомились с ежегодным отчетом депутата Московской областной думы Игоря Каханова. Обо всем подробнее в сюжете моих коллег. С 24 по 29 января члены комиссии по здравоохранению Общественной палаты проводили мониторинг работы поликлинических отделений Люберецкой областной больницы. Они проверяли наличие на входе бесплатных масок, антисептиков и бесконтактной термометрии, а также обращали внимание на разделение потока пациентов с температурой. Увиденным общественники остались довольны. Наши объекты здравоохранения находятся в удовлетворительном состоянии. Подготовка, в принципе, хорошая. Я знаю, насколько тяжело работается сейчас с медиками. Я знаю, насколько сейчас тяжело как одной стороны, скажем так, со стороны здравоохранения, как и другой стороне, со стороны пациентов, больных. Поэтому, поскольку сейчас все-таки мы находимся все в одной такой сложной ситуации, наверное, нужно какое-то, чтобы выработалось понимание и взаимопонимание.
Обсуждая вопросы здравоохранения, участники заседания остановились на теме оформления больничных родителей, которые вынуждены сидеть дома из-за карантина в детских садах. Я беседовал с замминистра, я со Светланой Игоревной Лазаревой беседовал, этот один из вопросов, мы этот обсудим. Значит, она мне пообещала отработать это с видообразованием, с учетом занятости врачей, найти ту грань, где можно это оперативно оформлять, не загружая дополнительно врачей, ну и, соответственно, делать плюс родителям, которые, может, ну, одним нажатием кнопки, скажем, это все дело оформить. Также в ходе заседания депутат Московской областной думы Игорь Каханный отчитался перед членами общественной палаты в проделанной за 2021 год работе. Он рассказал о задачах, которые выполняют парламентарии, реализованных проектах и поделился ближайшими рабочими планами. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Стоматологи всего мира 9 февраля отметили профессиональный праздник. Современная медицина не стоит на месте. Врачи постоянно совершенствуют методы лечения, используют новые технологии и материалы. Здравствуйте, что вас беспокоит? Люберчанка Дарья Алексеева пришла с острой болью. Стоматологов боится с детства. Но однажды оказалась на приеме у доктора Романа Антоненкова. И теперь лечится только у него. Несколько лет назад попала к доктору по реставрации передних зубов. Благо обратилась к Роману Викторовичу, который дал моей улыбке вторую жизнь. Прием всегда проходит быстро, безболезненно. В принципе, как и сегодня. Муниципальные поликлиники работают в системе обязательного медицинского страхования. Высококвалифицированные врачи оказывают почти все виды стоматологических услуг. Это лечение кариесов, пульпитов, периодонтитов, удаление зубов и так далее. То есть стандартная процедура, которую, в принципе, получают там практически все пациенты. Любой гражданин Российской Федерации, да, может получить услугу в нашей поликлинике. Стоматологические кабинеты оснащены современным оборудованием, а значит, лечение проходит быстро и качественно. Врачи проводят хирургические операции, профессиональную гигиену полости рта. Можно сделать и компьютерную томографию. В нашем городе единственное государственное учреждение, в котором есть компьютерный томограф, да, который позволяет нам проводить 3D-исследования именно челюстно-лицевой области, да, и выявлять какие-то образования. Он необходим и при лечении зубов, и при протезировании, и при имплантации. В округе работает 121 стоматолог. Каждый из них может вылечить пациенту зубы, научить ухаживать за ними и дать полезные рекомендации. Красивая улыбка – это не только красота, но и здоровье. Мы на сегодня с вами закончили. Спасибо, доктор. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Глазные заболевания и проблемы со зрением приобретают все большую актуальность. Доля вины лежит на гаджетах, компьютерах и вредных привычках. В последнее время патологии сетчатки провоцируют и COVID-19. Но в век современной медицины уберечь зрение стало проще. Наша съемочная группа убедилась в этом. Все, отлично, видите единицу. Для Елены Литвиновой это большая победа. Буквально 2 месяца назад она не видела даже крупный шрифт. Причиной плохого зрения была катаракта. После перенесенной операции в клинике глазной доктор. Женщина на плановом осмотре. Результатом довольны оба, и врач, и пациентка. Тогда у меня совсем не было зрения на левом глазу. Было молоком залит глаз, я ничего не видела. У меня еще второй глаз проблемный, поэтому будем дальше обращаться сюда, здесь будем проходить лечение. Свое зрение в клинике «Глазной доктор» улучшили около 15 тысяч пациентов. Офтальмологический центр работает в Люберцах с 2019 года. Здесь собрана вся линейка современного оборудования для диагностики и лечения различных глазных заболеваний. Есть собственная оптика, где можно подобрать очки или заказать их по индивидуальным параметрам. Мы оказываем помощь при всех заболеваниях глаз. Это и нарушение рефракции, близорукость, дальнозоркость, это катаракты, это заболевания сетчатки зрительного нерва, косоглазие, заболевания век, в том числе блефаропластика. Все, что касается глаз, это наша компетенция. Вот этот оптический томограф позволяет исследовать сетчатку и зрительный нерв на клеточном уровне без вреда для глаз. Сверхточная техника помогает врачам в постановке диагноза и назначении лечения. Далее, при необходимости, к работе подключаются хирурги. У клиники есть собственный операционный блок.
Самая частая наша операция – это операция по поводу катаракта. Мы используем золотой стандарт хирургии катаракта современной. Это фактомульсификация катаракта. Операция делается через маленький 2-миллиметровый прокол. С помощью ультразвука хрусталик дробится из глаза, удаляется, и вместо него ставится искусственный хрусталик. Никаких швов не накладывается. Примерно через неделю пациент уже видит максимально хорошо. Каждая операция подразумевает определенный объем обследования, который пациент проходит. Он может пройти его не только в поликлинике по месту жительства, но и у нас. В клинике у нас есть диагностическая служба. Все услуги доступны не только взрослым, но и детям. Проблемы со зрением в раннем возрасте сейчас актуальны как никогда. Но с помощью профилактики и поддерживающего лечения избежать осложнения возможно. В нашей клинике есть возможность аппаратного лечения детских заболеваний глаз, которое направлено на пассивно-активную разгрузку мышечного аппарата детей. Проводятся такие занятия в нашей клинике в индивидуальном порядке с детьми, и это способствует сохранению зрения, предотвращению развития заболеваний глаз. Несмотря на пандемию коронавируса, в офтальмологической клинике готовы оказать помощь. Поток пациентов разделен таким образом, чтобы они не пересекались друг с другом. Глазной доктор работает каждый день с 9 утра до 8 вечера без перерыва и выходных. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Комфортная зона отдыха появится в Октябрьском. В округе прошли общественные обсуждения проекта благоустройства лесопарка «Лесная опушка». Для проведения досуга и отдыха разрабатывают концепцию. Жители принимают в этом непосредственное участие. Подробнее в репортаже моих коллег. Граница вот так. 24 гектара. С 2021 года в Московской области действует программа по созданию благоустроенных зон отдыха – парки в лесу. В течение 5 лет в подмосковных лесах обустроят 50 парков. Один из них – в Октябрьском. Парк нам нужен. Место для отдыха, уют, здесь настроение. Детки бегают, смех ребячий. Это же великое дело, когда приходишь, тебя окружают дети. При благоустройстве лесопарковой зоны жители предлагают удалить сухие аварийные деревья, облагородить озеро Макеевка, построить амфитеатр, оборудовать площадку для выгула собак, организовать парковку при входе в парк. Обязательно освещение основной, центральной, да, вот этой вот аллеи. Необходимо разделение дорожек для пешеходов и велосипедистов, бегунов и для скандинавской ходьбы. Любая лесопарковая зона привлекательна для занятий спортом. Алексей Илюхин тренирует лыжников. В секции занимаются около 60 человек. Многофункциональная лыжная трасса здесь необходима. Все-таки в лесу должна быть сохранена, которая много-много лет назад была построена, лыжная освещенная трасса. Это будет и летняя лыжная трасса, лыжероллерная трасса, и также зимняя, где можно будет проводить и районные соревнования, и привлекать народ со всей области. Концепцию развития парка обсуждали более часа. Учли все предложения. На основании пожеланий жителей и мнения жителей будет формироваться техническое задание для проектирования данного лесопарковой территории. По итогам проведения общественных обсуждений составлен протокол. В ближайшее время на проектирование парка объявят конкурс. К реализации проекта планируют приступить в этом году. Первых посетителей парк примет в конце 2023 года. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах хороший инвестиционный климат. Владимир Ружицкий посетил новый производственно-складской комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров. Глава округа ознакомился с ходом пусконаладочных работ резидентов и пообщался с рабочими. Компания «Стройкомплекс» – один из новых резидентов. Предприятие выпускает остановочные павильоны с Wi-Fi-модулем и системой видеонаблюдения, декоративное ограждение и другие металлические изделия. Сварочный комплекс в производственном цехе уже смонтирован и введен в эксплуатацию. Установлено оборудование для покраски металлоконструкций. Здесь работают 130 человек. Многие из них живут в городском округе Люберцы. Это большая и удача, и счастье, когда ты вышел и пешком до работы. С работы тоже домой. Потому что задача создавать некие условия для привлечения бизнеса, для создания новых предприятий. Вот мы на одном из таких сегодня здесь вот находимся. Предприятие будет развиваться, будут расти объемы производства и заработная плата. Серийное производство современных остановочных павильонов компания «Стройкомплекс» запустила в 2015 году. Новые производственные площади теперь позволят существенно увеличить объем выпускаемой продукции.
600-700 остановочных павильонов, причем это мы говорим про сложные электрооборудования, это крупные конструкции с Wi-Fi, с интернет, или с зарядками, то, что вот по Москве можно увидеть, это наше производство. И в Подмосковье тоже есть наши изделия. Теперь уже в новых помещениях готовы это в полтора раза увеличить, потому что теперь для всего этого есть возможности. Другие резиденты сейчас тоже монтируют оборудование и со второго квартала текущего года начнут работать в полную силу. Просторные помещения производственно-складского комплекса позволят не только увеличить объемы выпускаемой продукции, но и обеспечат новыми рабочими местами. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Депутат Московской областной думы Дмитрий Денисько встретился с представителями общественных организаций «Союз женщин Подмосковья» и «Дети войны». Парламентарий отчитался в проделанной работе за 2021 год и ответил на вопросы участников встречи. Подробности далее. На встречу с общественниками Дмитрий Денисько пришел не с пустыми руками. На последнем собрании перед Новым годом ему поступил наказ подарить Дому ветеранов аудиотехнику. Просьба услышана и выполнена. Привезли такую колоночку с микрофонами, чтобы можно было спокойно проводить такие мероприятия. Вот, и чтобы все хорошо слышали. В 2021 году Дмитрия Денисько избрали в состав 7-го созыва Московской областной думы. Являясь членом комитета по транспорту и информационным технологиям, он остановился на теме работы водителей, автобусов и маршруток. По словам депутата, от жителей городского округа поступает много жалоб. Следующий этап вот в развитии нашего транспортного сервиса – это переход на брутто-контракты, так называемые. Когда водитель вообще не зависит от того, сколько человек он везет. Его задача прибыть из точки А в точку Б по расписанию, остановиться на всех остановках, обслуживать население. Будем надеяться, что у нас 90% конфликтных ситуаций исчезнут. Еще одной частью доклада народного избранника стала тема здравоохранения. Дмитрий Денисько рассказал, какие меры предприняли власти Подмосковья для привлечения в регион высококвалифицированных врачей и какая помощь медучреждениям округа оказана с его стороны. Также депутат Московской областной думы напомнил о новых мерах поддержки пожилых людей. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Период пандемии и самоизоляции доказал, что владение современными технологиями – необходимый навык для старшего поколения. Уверенно пользоваться компьютером и гаджетами люберецких пенсионеров учат в клубе «Активное долголетие». Наша съемочная группа увидела, как проходят занятия с новичками. Кладите ручку на мышку, смотрите, и у вас среднее колесико по мышкам, прокручиваете вверх или вниз. Неуверенные движения мышкой и нажатия на клавиатуре. За монитором компьютера Евдокия Попова сидит впервые. Осваивать современные технологии посоветовала дочь, ведь без интернета сегодня никуда. Телефон вот осваивали, теперь будем компьютер осваивать. Здесь более интересно. Мне дачи есть, знакомства, дачи, ну и вообще все новости. Как включать, выключать компьютер, где искать нужную информацию, каким образом регистрироваться на сайтах и обмениваться фото и видеофайлами. На курсах компьютерной грамотности в клубе «Активное долголетие» любой, даже самый неуверенный пользователь со временем с легкостью владеет техникой. Мы решаем любые вопросы, которые их интересуют на данный момент. В первую очередь это госуслуги, да, которые всех интересуют. Кто-то вот учетную запись создал, не подтвердилась данная. Люди приходят, и мы прям буквально одно-два занятия, и они сами уже становятся активными пользователями. Конечно же, это Word, Excel, это более серьезные программы, которые дают людям возможность даже в таком возрасте получать вторую профессию. Занятия в компьютерном классе проходят 3 раза в неделю. Ученики распределены по нескольким группам в зависимости от уровня навыков. Сейчас в зале занимаются новички. У меня вот 2 мужчин, сыновей, которые отлично знают интернет, умеют владеть им, но не умеют совершенно учить. Очень хочется поучиться правильно владеть Word'ом. Стать участником активного долголетия могут мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет. На сегодняшний день в базе Люберецкого клуба зарегистрировано 3000 участников. Это люди, которые хотят вести активный и здоровый образ жизни. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялась акция «Покорми птиц зимой». Это ежегодный экологический проект, который проходит во всех парках городского округа. На этот раз заботу о пернатых проявили на Малаховском озере. Подробности у Луизы Егазарян.
Устроили праздник не только птицам, но и всем посетителям парка с музыкой, танцами, горячим чаем и угощениями. Но главная миссия этой встречи – повесить на деревья кормушки. Свою лепту в сохранение природы внес и 4-летний Максим. Эту прогулку по парку мальчик точно запомнит. Большое спасибо за такое настроение хорошее и за такую замечательную акцию. И ребенок очень захотел тоже поучаствовать, повесить кормушку. И теперь мы будем ходить и каждый раз брать с собой что-то, чтобы угостить птичек. Впервые областная экологическая акция «Покорми птиц зимой» прошла в 2018 году. Тогда городской округ Люберцы занял первое место в регионе по количеству установленных кормушек. В этом году акция пройдет во всех парках муниципалитета. На данный момент уже акция прошла в Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах. Сегодня мы проводим акцию «Малаховки» в парке «Малаховское озеро». Также будет проведена эта акция в парке «Сказок Томилина», в Наташинском парке, в Летнем парке. Повесим кормушки, скворечники, и люди будут подкармливать птиц. Ну и также наши сотрудники будут обеспечивать кормовой базой. К экологической акции присоединился и глава округа Владимир Ужицкий. Вместе с жителями Малаховки он установил кормушки на территории обустроенного парка, а заодно и рассказал о дальнейших планах по благоустройству Малаховского озера. И задача в этом году завершить вот эту тропиночную сеть до Удельной, а там сделать мостик, и будет круговое движение. И на велосипеде, и пешочком. Кроме обустройства пешеходно-тропиночной сети, в парке установят и дополнительное освещение, лавочки, урны, камеры видеонаблюдения и многофункциональные площадки. Также в этом году запланировано благоустройство пляжной зоны. На этом третий этап реконструкции Малаховского озера будет завершен. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В округе прошел фестиваль спортивного ориентирования на лыжах. В течение 3 дней на территории Томилинского лесопарка проходили 4 вида соревнований. Среди студентов, среди ветеранов, а также чемпионат и первенство Московской области среди юношей и девушек. Участвовали более 500 спортсменов из 20 регионов страны. На фестивале побывали и мы. Никита Тимофеев – мастер спорта России. Учится на 4-м курсе Московской государственной академии физической культуры в Малаховке. Спортивным ориентированием занимается больше 10 лет. На соревнованиях прошел все 23 контрольных пункта без ошибок. Вошел в тройку победителей. Были моменты в карте, которые было сложно читать на большой скорости. И приходилось немного так идти, где-то рисковать, где-то наоборот сбавлять скорость. И, в общем, вот этот баланс между скоростью и чтением карты надо было поймать очень тонко. И только благодаря этому можно было подняться очень высоко в финишном протоколе. Виктор Сыров азы катания на лыжах освоил еще в детстве. Несколько лет назад выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. В первенстве Московской области по спортивному ориентированию участвует в 4-й раз. Без награды не возвращался ни разу. Но сегодня первое место далось ему непросто. Здесь такая местность, что трасса очень узкая и просто не накатаешь. А приходится кататься на длинных лыжах, потому что рост высокий и тяжело расходится на этой трассе. Для Владимира Васильева занятия спортивным ориентированием стали неотъемлемой частью жизни 50 лет назад. В 1976 году он стал чемпионом Москвы. Дважды завоевывал серебро на чемпионатах мира среди ветеранов. Сейчас ему 75, но в соревнованиях участвует с не меньшим азартом. Начальники дистанции ставят задачу, пункты на местности, и нужно пройти с наименьшими ошибками. Этот маршрут редко удается так чисто пройти. И когда это получается, получаешь большое удовольствие не только от того, что там кого-то победил, а то, что сам смог избежать ошибок. Ориентирование проводится в разных дисциплинах – лыжная гонка, спринт, классика и эстафета. Результаты определяются по наименьшему времени прохождения дистанции. По итогам всероссийских соревнований среди студентов по 3 лучших спортсменов выполнит норматив мастера спорта России. А также у нас идет присвоение и кандидатов мастера спорта на детских соревнованиях, присвоение взрослых и юношеских разрядов массовых. Юных спортсменов, которые одержали победу в областных соревнованиях, ждет участие в молодежном первенстве страны. Победители студенческих соревнований в этом году в составе сборной команды России примут участие в чемпионате мира среди студентов в Чехии. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания.
Спасибо.